Переглядайте відео та читайте новини онлайн, а ESET подбає про захист ваших пристроїв. В першу чергу хотів би спросити вас, Аббас, о том, что заявил Песков, что якобы 29 июня после мятежа Пригожина, его так называемого марша справедливости, Пригожин и Путин, еще 35 офицеров окружения Путина встретились в Кремле и якобы обсуждали то, что Пригожин и шел на Кремль и на Путина. Как это объяснить? Зачем они встречались? Встречались ли они вообще, вы считаете, или это может быть такая показуха от Кремля? И вот этот процесс, и о чем могли разговаривать Путин и Пригожин? Ну, я думаю, информация правдивая, встреча, сам факт встречи имел место быть, потому что, понимаете, если бы Кремль соврал, то пригожинцы бы это опровергли. Вот, поэтому раз обе стороны подтверждают, ну, у нас нет оснований считать, что встречи не было. К тому же, самое важное здесь то, что объективно их интересы совпадают сейчас, их сама ситуация подталкивает друг по отношению к другу. Я об этом уверенно говорю, потому что я написал об этом за 3 дня до того, как об этой встрече стало известно. Я написал, что вообще, если отбросить эмоции, а смотреть на ситуацию рационально, то и интересам Путина, и интересам Пригожина отвечает помириться и отправить Вагнер снова на фронт. Ведь объективно главный интерес Путина заключается в том, чтобы выстоять. Судьба его режима решается там, на фронте. И там дела идут у него кислые. Ну, Вагнер теоретически может улучшить ситуацию. Ну, по крайней мере, до сих пор он демонстрировал хоть какую-то боеспособность, более высокую, чем остальная российская армия. И по сравнению вот с этим, все остальное меркнет. Ну, то есть вот эти все соображения имиджевого характера, ну, как можно с ними договариваться после того, что они себе позволили, что подумают люди, это все уже вторично. Вот. То есть это, конечно, имеет значение, но это вторично по отношению к, собственно, военной составляющей. То есть Кремль же на самом деле сам себя поймал в тупик, начав войну, он сам себя загнал в тупик, поймал в ловушку, когда политика делается уже не политическими методами, а военными. И в этой ситуации Пригожин, который до начала войны вообще не был политической фигурой, нулем был политическим, благодаря контролю над Вагнером оказался фигурой политически более значимой, чем все остальные российские политики вместе взятые. Вот за исключением Путина, вот все остальные, там, возьми их, собери в кучу, они в настоящий момент, ну, я имею в виду системных политиков, значит, всех в кучу собери, от Володина и Кириенко до региональных там губернаторов, лидеров всех партий, которые в Госдуме заседают, вот, они все, по сравнению с Пригожиным, мелюзга сейчас. Потому что у него есть Вагнер, а у них ничего нет. А судьба политическая, судьба режима решается там, на фронте. Вот, поэтому интересам Путина отвечает помириться. Это же отвечает интересам самого Пригожина. Он заинтересован в том, чтобы путинский режим выжил. Потому что если он не выживет, то Пригожин долго на свободе не проходит. Ну, только если совсем уже такие, знаете, экзотические варианты, значит, рассматривать, и вроде как там, знаете, сменит пол и спрячется где-нибудь там в джунглях Африки. Ну, только так, если. А если он более-менее останется, значит, ну, в таком вот нормальном формате, то, ну, он слишком много преступлений совершил, слишком он заметная фигура, слишком очевидным источником зла является. Вот. Ну, на него охота будет. Его все будут искать, и новые российские власти, и американцы, и европейцы. Ну, прям все. И все равно они до него доберутся. И в этом смысле максимально себя вот уберечь от тюрьмы Пригожин может в том случае, если на территории России будет путинский режим. То есть он тоже заинтересован в том, чтобы режим Путина не рухнул. Это вот их объективный интерес. Понятно, что их сближению мешают эмоции. Mm-hmm. То есть они там все закусились, все же такие, типа, такие крутые пацаны, никто не прогибается, да, на вот. Эти эмоции могут помешать сближению. Но если, вот повторюсь, эмоции вывести за скобки то и говорить о голом интересе, то их интересы их толкают в направлении друг к другу. То есть они шанс выжить в политическом смысле слова
вместе у них больше, чем по отдельности. Вот, я повторюсь, я это написал за 3 дня до того, как стало известно о встрече, и когда встреча, стало известно, что встреча все-таки произошла, ну, я просто пришел к выводу, что они это тоже понимают. Поэтому они пытаются найти общий язык. Хотя, конечно, не факт, что получится. И что там они на встрече, до чего договорились, мы не знаем. Вообще там очень много таких интересных, странных вещей. То есть вопросов гораздо больше, чем ответов. Вот, например, меня очень удивила история с тем, что Пригожин пришел на встречу не один, а притащил с собой еще целую толпу командиров Вагнера. Там Песков сам подтвердил, что их там больше 30 человек, 35, что он сказал. Вот. Дело в том, что Путину такой формат, вот если представим себе переговоры, торг, такой формат ему не выгоден. Торговаться с одним гораздо легче, чем с 35-ю. Значит, Пригожин в ситуации, когда у него такая вот тыл такой, он будет чувствовать себя более уверенно, он будет красоваться перед ними, знаете, как говорят, на миру и смерть красна. То есть, будь он один, он бы более рациональный, был бы больше думал об интересе, о корысти, да, а тут он будет в позу вставать, он же позер, он же любит позировать, а тут вот такая аудитория, вот, и такая ситуация делает человека менее сговорчивым. И вот я, когда про это услышал, я думаю, а почему Путин на это согласился? Возможно, но это было условие Пригожина. То есть Пригожин сказал, либо так, либо вообще не придем. Ну, а поскольку Путину переговоры нужны, ну, представляешь, согласились. Но, а Пригожину зачем это? Да? Пригожин, возможно, понимаете, главная сила Пригожина вот, в сплоченности вагнеровцев. И он не хочет, чтобы у этих командиров возникло ощущение, что он за их спиной там что-то расторговывает. То есть какие-то мутные сделки. Да, он хочет показать им, ребята, ну, от вас у меня секретов нет. Мы команда. Такой тимбилдинг. Значит, может быть, он хотел, чтобы он понимал, что решения, которые будут приниматься на встрече, будут непростыми, и он хотел, чтобы, знаете, ну, они под всем этим сами подписались. Чтобы потом нос не воротили, говорили, о, о чем ты там договорился, это плохо. Значит, ну нет, ребят, это наше общее решение.